Доброе утро. Здравствуйте. Chicken Family. У этого семья, две жены, два ребенка. Он охраняет, а этот холостяк присматривается тут к чужим женам. Давай иди, радуйся свободной жизни. Никакой ответственности. Сайра! Сколько лет, сколько зим. Да, конечно, сколько лет, сколько зим. Привет, друзья. Давай отвернемся от помойки, да. А то прошлая... Место встречи изменить нельзя. Да, прошлая наша встреча была вот прямо экзектли возле помоечки. Да, мы первый раз встретились после нашей поездки в Ченнай и в Бангалор. Вчера у девчонок вот был стрим. Я всунулась туда чуть-чуть, мне YouTube предложил. Надо было вообще всунуться, не чуть-чуть, а прийти вообще. А откуда я знала 5 вообще? 5 метров от твоего дома. Да? Откуда я вообще знала, а что вы стримите? Да, мы спонтанно. Мы вообще кушали, она говорит, давай включим стрим, а я такая, давай. Ну, рассказывай. А то, знаете, бывает, дружишь-дружишь с кем-то, а потом не видишься год. И не о чем говорить, потому что слишком много произошло. Но мы не виделись-то дня 3-4 всего. Мне есть о чем говорить, но многое без камеры. Ну, это первым делом. Да. Первым делом. Нет, сначала я тебе расскажу. Если мы решим рассказать зрителям вместе, то я перескажу заново. Давай так. Давай так. Потому что такие вещи немножко, ну, надо сначала... Фильтровать базар? Фильтровать, ага. Сначала надо обсудить, вырезать, смонтировать мою речь. Я уж даже не знаю, что тут могло произойти. Ой, тут вообще такое произошло, ты просто не поверишь. Нам сейчас надо тихое место покушать, либо вообще взять с собой, пойти ко мне, потому что рассказывать очень много, чтобы не было шума. Либо куда-то сесть, где тишина у нас есть в фотопартии, ее нигде нет. Ты такое спрашиваешь, ее действительно. Нигде нет вообще. Ну, вообще, в Хануман-кафе такое есть, кстати, тишина. Да, кстати, но там не кушают, да, по-моему? Там пойдем? Кушают, да, что там есть? Может, а я не знаю, я давно... Может, реально пойдем туда? Я там просто кофе выпью. Пошли. Или знаешь что, или пошли в Труёбу, там же тоже вроде как тихо. Ну, на балкончике можно. Да, там. Пойдем посмотрим, если там есть народ, пойдем в Хануман. Мне нужна тишина и где-то полчаса времени, а лучше час. У меня столько произошло здесь за 3 дня, пока тебя не было. Мы, по-моему, 4 не видели. По-моему, 4, да. Она уже заинтриговала меня. Третий день интригует. У меня уже просто мозг кипит от любопытства. Нельзя так над женщиной издеваться. Я же женщина, а не какой-то хранитель секретов или ожидатель чужих секретов. Тяжело. У меня вообще Саши с утра заказал своему ассистенту, что там, идливада, поэтому так-то я сытая, но кофе я выпью в Труёбе. А я поем. Да. Как и знала, что опять наешься без меня. Ну а что, я рано просыпаюсь, мне жарко, я не понимаю, как вы спите. Вот Олечка мне написала, что она переезжает на новую квартиру, а я, потому что сильно жарко. Я говорю, я не представляю, как вы живете, но я у вас и на старой, говорю, еще не была в гостях. А они уже переезжают с Димой. Так что мне еще надо их посетить. Я была везде, я тебе расскажу. Ну, что расскажу? Мне Саши рассказал, он-то к ним приходил. Я расскажу интереснее. А, еще интереснее. Приукрашу. Приукрашу. Ничего некогда. На массаж сходить некогда. Вот здесь вот. Здесь будет спокойная жизнь. Она еще в 2 раза больше бурлит. Вот здесь рекомендуют массажистку очень. Но у меня вернулась же Гаури на 4-м этаже. Сайрам. Сайрам. Доброе утро. Good morning. Люди добрые. Что ты заказала? Вегетарианский омлет и капучино. Ну, а у меня двойной экспрессо.
Ой, хорошо, утро начинается, Royal Life. Под музыку. Угу. Баджаны, наверное, да? Там да, сколько? 9 да, часов? Да, баджаны. Да. Угу. Давай, приятного аппетита. Спасибо. Кушай, не буду тебя отвлекать. Прикольно. А я тебе, да, я тебе потихоньку расскажу, как мы съездили. Да, давай, давай. Потому что пока еще это не вышло в видео, я еще монтирую. Некогда. Вот такая жизнь, да, некогда. Маришка, мне вчера Роза Ковита прислала фотографию. Родился малыш, мальчик. Да, мне тоже прислала мальчик. Я же говорила, что будет мальчик. А, да, по животу, ага. Какой хорошенький, он такой хорошенький, как девочка, такой волосатый. Копия Ковита. Да, такой красивый, слушай. Ковита, мы тебя поздравляем. Да, скоро приедем нянчиться в следующем году. Да слушай, он такой какой-то осознанный, что, мне кажется, с ним и нянчиться не надо. Начитанный. Сейчас глазки откроет, пришлет с открытыми глазками. Не, ну правда, лицо уже такое взрослое. Не как вот дети, знаешь, такие губки такие пузырятся. Имя она не написала? Ну, она какое-то имя мне написала. Она же не пишет, она же аудио присылает. Сейчас. Привет, Ирина. Как дела, красавица моя? Посмотри, я родила мальчик уже. 20 марта. Дипак, что ли, назвала? Ковита, поздравляю, какое счастье. Ковита, да. Какой прекрасный ребенок, замечательный. Сколько он весил, сколько килограмм. Так, ну ладно, это уж то потом. Я не поняла, мне, по-моему, другое имя она сказала. Не Дипак. Сейчас я свое голосовое послушаю. Сейчас. Так, Ковита, давай слушай. Там ничего такого нет, поэтому можно слушать сейчас. Я уже родила мальчик. 19 марта. Как? 12-го? О, Ковита. 12 марта. Имя она не сказала. Да, не сказала. 19-го? 12-го. Понюхал, такая недоверчиво. Он жарен, это вкусно, это просто. Так аккуратно, да? Слушай. Их отламывает. Что он делал? Иди с моим куском хлеба. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь ничего нету. Иди в баню. Не хотите доесть? Марина деловая такая, вначале все переложила на другой столик. А теперь, а теперь дружит, да, давайте дружить. Целый. Нет, ну смотри, целое дерево малышей. Но где-то же родители должны быть. Это же малыши. Усыпано малышами. Думаешь, вот это вот родительница? Думаю, да. А я видела большие. Я буду. Я буду. Иди сюда. Давай только не резко бери. Там еще один. Все хотят хлебушка. Ну, у вас все, он не ест хлеб. У вас слишком много друзей. Лети, мой зяйка, так и хлебушек будешь. А что еще есть? Хлебушек. Огласите весь список, пожалуйста. Ой, ты так можешь? Да. Да, говорит. Легко. Раги Доса Микс. Смотрите, тут есть полуготовые. Надо развести и самим приготовить. Или Ветч Упма Микс. Вот надо попробовать купить Ветч Упму.
Сколько она стоит? 130 рупий. Гарам масала 150 рупий. Health Mix. 11 натуральных ингредиентов. Вот такой можно сделать, видимо, напиток. Стоит 129 рупий. Всяческие орешки. Даже лен, пшеница, дал, арахис. Это что? А, какая-то, я думаю, геркулес и еще что-то. А, 300 рупий. Две минуты вот такая готовится. Тоже 300 рупий. Маришка, давай что-нибудь посмотрим. Сироп. А здесь нет такого сиропа, как мы с тобой любили в Jungle Dance Double Dutch? А, не знаю. Cranberry juice. Продуктов Канада. Нам нравилось с имбирем и лимоном сироп. Что-нибудь, ну, что-нибудь тебя поражает, нет? Ну, так особо-то нет, но, в принципе, много что интересного. Угу. Что это? Меня поражает мой любимый самохан, что здесь есть. Самохан? Ты уже купила в дорогу, да, домой? Я купила. Ну, у тебя есть какие-нибудь предложения, чем мы день займем? У меня всегда есть предложение, Ирина. За мной. За мной. Где? Мыло. А, это мыло. Я думала, это еда или мыло. А так прикольно. Еда или мыло. А, нет, это свечка. Посмотри-ка, свечка, смотри, фитилечек. Да-да-да. Ну, натуральный цветочек они сюда положили. И это красиво. Же горшочек получается глиняный. Да, глиняный горшочек. А сколько стоит? 100? 100 с чем-то. Вот, кстати, шоколад, да? Да. 164. А сколько, интересно, шоколад? Я не вижу. Вижу. Вот это сколько? 75. Нормально, да? Вот такая вот маленькая, да. А большая? Большая 100? Ну, тоже нормально. Я только не знаю, вкусные они или нет, я не пробовала. А еще они сами пекут хлеб, продают половинками и четвертинками. У них тут есть хлебопечки, много всякой аюрведы. Аюрведу это надо отдельно снимать, да? Да, тут. А вот нет, нет. Ливер, кидни, это почки. А ливер, это печень. Забота о почках и печени. Ним. Ну что, нам опять некогда все это снимать. Пойдем? Пойдем куда-нибудь поедем? Пойдем, поедем? Пешком побежим. Я сзади. Здесь тоже массаж. И справа, и слева массаж. Нелли вот сюда ходили всей группой. Сегодня на прощение просить. Воскресенье прощенное, да? Прости меня. И все простите меня. Простите. Да, мне просто начали присылать открытку. Сегодня же прощенное воскресенье. А-а-а. Ира, прости меня. За что? За все прости. Ну и ты меня прости. Да, Бог простит нас обеих. Да? Я тоже так думаю. Мы же люди. Ошибаемся иногда. Ах, смотри, какие ангелочки.
Такое прямо платьишко-платьишко. Маришка, тебе. Да. Смотри. Да ты что, это у нас Катюшка любит такое носить? Я-то уже, у меня возраст не позволяет. Да? Конечно. Катюшка просто вчера показывала мне платье на Бали, она купила. Вот типа, я почему про нее вспомнила, тоже такое. С ангелочком? Да, все такое игривое. Ну ладно, пойдем. Пойдем скутер искать. Как искать, ну, в смысле? В смысле мой, на стоянке. Я думала, ты меня уже пригласила. Так надо на стоянке его искать. Искать, она собралась. Нет, пошли. Ананасовый или апельсиновый? Какой с утра лучше? Конечно, оранж. Ананасовый тебе сейчас опять плохо, не надо. Подожди, я тебе предлагаю вообще полный разврат, угощаю гранатовый. А что, можно так? А что, так можно было? А, помигрант, доу. Угу. А, мне один парень сказал, что я, говорит, каждое утро он стоит всего 100 рупий и уходит полкило на один стакан. Ты что сразу не сказал? Мне, пожалуйста, 50 стаканов. А я не знала. 50 Слышишь, стаканов меня? С собой, ведро. Ведро, да. Нет, почему с собой? Я сейчас выйду. Зайра. Только покажи внутри, чтобы там ничего не было. Да, да, все тщательно. Там немного бочок подгнивший. Ну вот дома я шелушу, это очень неудобно. Полчаса шелушишь, если не час, тоже ради того же стакана. Маловато будет, да? Столько гранатов и не хватило. Давай. Такой хороший, прозрачный. Я дома мусюкаю, он у меня такой мутный получается. Вкуснятина. О, какой класс. Угу. Угу, thank you. 300 рупий сдачи, по 100 рупий получается один стакан, и там, я не знаю, он взвешивал нам 1.5 килограмма получилось. Ну, в общем, много он выдавил гранат. Я пойду пока к Алаудину, к другу Саши, посижу у него в лавочке, а Марина пошла за байком, за мной приедет туда. How are you? Good. Very good. Reading Quran? Quran, yeah. Ramadan? Ramzan.
Рамазан. Он читает Коран, потому что в Рамазан очень хорошо читать. You not drink water, не пьет воду, не ест сейчас. Morning 5 o'clock to 6:30, nothing. С 5 утра до 6:30 вечера. 6:30 evening, да? 6:30 evening I open the fasting. Morning 5:10. And in the night you can drink. Ну, Чонкин, он может пить воду и есть. Окей. Саши not coming? Нет. Ага. Окей, maybe he will come later. I'm waiting for Marina with bike. We're going somewhere. She will come, да. Папа пришел, увидел мои тапочки. See my slipper. I'm fine, thank you. I'm waiting for Marina. She will come now. She go for bike. We was through yogi cafe, drink coffee, and now go somewhere. Where? She want to show me Shiva temple or something, new something here, not far. Not far, Shiva temple? Ну что, готово приключение? Готово!